Привет, друзья! Виталий с вами, канал Спина. Сегодня мы в гостях у потрясающего костоправа Виталия Владимировича Казакевича. Виталий, приветствую. С нами еще наш один друг и коллега, многим знакомый Андрей привет, Викторович привет. Петров. Я просто не вмещаюсь, не буду мешать. Так. Ну и сегодня будет такая небольшая рубрика «Костоправ у костоправа». Будут мучить меня. Будем по очереди друг друга мучить, поэтому вы пока не отключайтесь. И жалобы, что у тебя началось? Да что-то пошел сегодня шум в ушах. Шум в ушах. Может, шейным что-то, надо посмотреть. Контузило? Да я в свое время просто настрелялся из различных видов оружия, поэтому и понятно. Контуженный. А как часто? Слегка. Ну, в принципе, у меня постоянно, только слабее или сильнее. А сегодня что-то очень сильно. Может, погода, давление? Так, сейчас тогда сразу проверим. Лицевые нервы, нервус петрозус, воспаления тройничного не было? Не было, но так бывает, чувствуют покалывания какие-то бывают, ну так, изредка. Так, а ну сейчас тишина, скажешь, где громче. Где громче? Да в принципе одинаково. Одинаково, да. Хорошо. Положи сюда на спину. Угу. Давления не было? Нет, с давлением все нормально. Давление хоть в космос запускай. Гудит как холодильник или писк? Писк, писк. Писк. Ну, у меня аудиотравма изначально уже была, уже давно-давно. Ну, правка шеи помогает, да? Ну, сейчас вот не пробовал пока во время этого. Сейчас делаем восьмерочку, расслабляем мышцы шейного отдела и проверяем мобильность. Я вижу, что здесь есть маленький блок. Так, вытяну тракцию. Шея мягкая. Ох, хорошо, как хрустит. Замечательно. Нормально. Самое главное, что мануальные манипуляции должны быть мягкие и пациенту не должно быть больно. Это самый главный критерий. Если что-то идет через боль, значит неправильно. То есть пациент вообще не должен чувствовать ни дискомфорта, там, ни какой-то там боли, вообще ничего. Так, на живот ложись. Это стол не для правки. На нем не вправишь. А у тебя, кстати, матрасик есть этот? Есть. Есть, да? Хорошо. Хорошо. Так, на спину. Да, пятнуть. Так, сейчас будем тебе вытягивать шею по-человечески. Ага. Андрей. Андрей Петров поддержит ноги. Блин, на твою. Да. Не налезет еще. Надо я такой головастик. Шить. Новую. О, вообще нету мобильности. Видишь, живот начал работать. Дотягиваюсь аж до живота. Не больно? Давай. Вот согни ноги в коленках. Тяжело. Ноги в коленках согни. Давай это. Еще разок. Не, он так амортизирует. Еще сильнее согни. Вот так. Все, давай. Ты удержишь? Удержу. Да нормально у него уже декомпрессия произошла. Ну а тот чисто в шее хрустнуло. Иногда раз бывает это и до поясницы доходит. Прям весь позвоночник. Трк. Ну сейчас до этого дошла. Как самочувствие? Шум все-таки, видать,
не из-за шейного отдела был. В шее хорошо, легко. Ну что, не ушел. Ну еще рано проверять, утром надо проверить. Ну, вот у меня недавно женщина была, он видел отзыв, записал, вправил, на следующее утро приходит день на лечение, на второй сеанс, говорит, все, шума нет. А гудело, вот, говорит, все время, как холодильник. Таких много. Вот, ну, тут, во-первых, еще гудеть может, там венозный отток плохой быть, может быть и лимфатические узлы. Нет, за венозного оттока не гудит. Венозный отток идет у нас по яремным венам. В венах нету нервов. Гудит, когда идет компрессия, вертеброгенная компрессия. Перевернись-ка на живот, да, я гляну, там еще кое-что. Там есть нерв. Перевернись-ка на живот. Ты будешь давить? А этот стол не выдержит. Надо... Его надо положить. Угу. И ты стал закрыл, так все, ничего не видно. Ну да. Давайте ставим на паузу. Вот это не нравится. Да, надо стул. Так, у нас, значит, вот Виталий Холин, шейно-грудной отдел нам не нравится. Сейчас ложись сюда головой на живот. Виталий поправил ему сейчас шею, но шум в ушах не прошел. Мне не нравится шейно-грудной отдел. Мне не нравится то, что он, там есть блоки. И мы сейчас убрали массажный стол, потому что он чуть-чуть хлипкий был. Так как я работаю всегда весом, работаю на полу, мне легче работать именно весом, и все быстрее проходит. Так, голову туда поверни. Угу. В данном случае вот уже начинается с третьего, четвертого, вот у него поджато все. Значит, я всегда разминаю рукой. Много сейчас, конечно, всяких разных инструментов, которые ту-ту-ту-ту-ту. Ну, прикольно там. Ребята говорят, руки себе там не сорвать. Удобная вещь. Я привык всегда работать рукой и весом. Чуть-чуть промну. Ну, в принципе, я всегда проминаю аж до крестца. Пришел шея, я всегда работаю поясничной, грудной, шейной. Это. Пришел с поясницы, поясница, грудной, шея. Пришел с грудным, поясница, грудной, шея. То есть весь позвоночный столб. Ну, я так тебе, слегонца. А, мастер, ты знаешь, я твою руку люблю. Это на видео кажется, что там по чуть-чуть, но здесь сила совсем другая. Слышал, да? Освободили один блок. Угу. Здесь мне надо в другую сторону. Конечно, неудобно, места мало. Давай, сейчас лежи и на локоточки. На локоточки. Вперед чуть-чуть. Под себя чуть-чуть. Чуть-чуть вперед. Сейчас я достану его. Слышал, да? Угу. Все. Ложись. Ложись. Все по-другому. Ну, здесь давай чуть-чуть еще тебе осадочку. Здесь сделаем. Пройдусь.